Для того, чтобы проверить слова дальнобойщиков о том, что на Новотроицком шоссе Башнефть закрыта, а на Оренбургской трассе они стоят из-за того, что нет дизельного топлива, мы как раз-таки и заехали на Новотроицкое шоссе и видим, что проезд действительно загорожен. Огорожен. Сейчас пытаемся узнать, везде слив топлива, слив топлива. Слив топлива, хотя автомобилей, которые сливают топливо, не видно. Здрасте. Подскажите, пожалуйста, а вы работаете или вообще нет? Мы топливо нет. Почему? У нас минутная работа. Просто получилась такая ситуация, что вот на Оренбургской трассе там водители стоят, больших грузов, то есть им не отпускают солёр. У вас у что-то нас тоже. Ремонтная работа, поэтому. Просто смотрю, у вас написано слив топлива, как бы машин вроде нет никаких. За ремонтных работ у нас, поэтому у нас топливо. Они у вас сегодня начались? Вчера днем. А, то есть вы со вчерашнего дня закрыты? Да. Все, ясненько, ладно, спасибо. А что вообще по поводу там повышения цен, что-то говорят тут? Ну, пока еще ничего не известно. Ну, а так сами слышали что-то? Слышала, что на других заправках уже подняли цены. Вот это я слышала. А так, получается, со вчерашнего дня вы не работаете? Мы не работаем. Мы не отпускаем топливо. Вообще никакое? Мы нет. Наши заправки нет. Спасибо. Да.